Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере GTA RP, пятый сервер. Так, сегодня у нас будет первый заработок. Я вообще ни разу еще не работал здесь. И сегодня мы поедем на ферму поработать. Ну, мне говорили, что типа на маршрутках там можно ездить. Возможно, мы этим и займемся. Но я хочу попробовать на ферме поработать в первую очередь. А потом уже можно будет на маршрутке пробовать. Так, давайте свернем сюда. Свернем сюда. Так. Ферма куплена, но я знаю, еще можно купить, типа, за 5 лямов где-то. Так, давайте лучше наш автомобиль. Что-то фары не могу вырубить. Ну ладно, пусть включено будет. Так. Где-то на работу устраивается. Вот. Вот, устраиваемся на работу. Так, начать. Окей, вот такой скин. В принципе, да. Ага, нам нужно в ту машину носить, да? А где чекпоинт там? Все дела, типа. Или что делать надо? Чувак тачку взял и уехал. Ага. Окей, будем слаживать сюда. Ну, конечно, прикольная такая работка. Посмотрим, что тут как. Так, вот, я пучок сена. Все. 105 рублей платят. Ну, нормально, что. Довольно-таки, кстати, неплохо платят. Я думал, будет поменьше. 105 рублей, в принципе. Нормально так. Пацаны, еще не забывайте вводить мой ник при регистрации. Когда вы достигнете 5 уровня, я получу 100 тысяч. Я буду вам очень благодарен, если мне поможете в развитии. Кстати, сейчас на сервере X2 Day, то есть X2 зарплата там и X2 Payday. Поэтому заходите, играйте, в принципе. Я здесь буду пока развиваться, пока мой аккаунт в бане на майнинге. Поэтому я буду пока что здесь играть. И на родине буду еще играть, кстати. Поэтому как-то так. Давайте сейчас еще поработаем. Так, ты чувак спрашивает, вчера продаешь? Нет, я ее только купил. Купил 30 минут назад. Нет, я ее купил только 30 минут назад, чувак, поэтому я не хочу продавать. Изменяй. Что мне это напишет? За сока. Я с салона ее брал. Сам все ставил. Так, вернитесь на метку. Я ее реально с салона брал. Видимо, чувак оценил мои номера. А, за сколько? За сколько? Блин, я только ее купил недавно, как бы. Я даже не знаю, сколько ее продать можно. Как бы там уже тюнинг стоит. Но я в него вложил, наверное, 1100. Поэтому мне невыгодно ее продавать. Сколько предложишь? Я не знаю. Я купил ее с салона и вложил еще 100 тысяч. Я продам за 40. Да я не знаю, я не хочу продавать ее пока что. Как бы это мой единственный транспорт передвижения. Поэтому. Сколько она в салоне? 90 тысяч. Она в салоне стоит, по-моему, 90 тысяч, если я не ошибаюсь. Он ко мне пристал, к моей машине, блин. Не хочу продавать ее. Что за пукалка тут стоит? Мешает мне работать, пацанчик.
Просто подписчики, с кем я катался там, их сейчас... Они не рядом, так бы они мне пушку дали бы. Нет, я в нее больше вложил. Ниже 200 тысяч не продам. Сори. Так, где у нас эта хрень? Ниже 200 тысяч я ее не продам. 200 давай. 200 тысяч? Рили? Зачем она тебе? Зачем она тебе? Мне реально интересно, зачем она ему? Да, бля, нравится. Да, купи такую самую и все. Я знаю, что я машину делаю всегда на стиле. Это мой, так сказать, прям изюминка моя. Там только буст стоит и все. Там только буст стоит, чувак, и все. Чё ты переживаешь? Купи себе и поставь буст и все. ПТС покажи, как показать? Там только буст стоит и все. Чё ты с ней? К ней пристал, к моей малышке, ёпта. Так, Карпас 164. Все, я показал тебе Карпас, чувак. Я пошел дальше работать. Погнали дальше поработаем. На самом деле прикольная система, где машина ставится, там и чекпоинты будут появляться, как я понял. Это реально круто. Потом кто-то из нас типа возит эту тачку. Ну, прикольно, мне нравится. Две машины всего есть. Но по идее на ней же нельзя уехать куда-то в город, по идее, я так думаю. Как бы тут по-любому система такая стоит, что не даст уехать на ней. Я уже заработал почти 2000, пацаны, и довольно-таки быстро. Реально довольно-таки быстро это сделал. Чувак, он надоемит. Ну, это нормально. Это нормально. Видите, чекпоинт вообще очень рядом появляется. Прям очень рядом. Мы уже 200 заработали. И мне вообще по кайфу, реально. Мне реально по кайфу. Так, еще. Видите, чекпоинт вообще очень рядом находится. И заработать здесь денег очень легко. Если вы новичок, конечно же. Но я пошел другим способом, я задонил изначально 200 рублей. И это вышло у меня, ну там 200, там комиссия была еще. Я задонил 194 рубля. Еще комиссия 6 рублей была. И того у меня вышло 290 тысяч. 290 тысяч у меня вышло. Я купил квартиру за 100 тысяч, машину за 90 тысяч, вложил в нее там... Азот только 20 тысяч стоит, понимаете? Потом диски там, не помню сколько стоит, покраска там и так далее. И все деньги вышли еще на номера, еще ушло 30 тысяч. Поэтому как-то так, пацаны, так и живем. Потихоньку буду развиваться. Поэтому играйте вместе, пацаны, со мной, буду очень рад. Если вы будете играть вместе со мной. Потому что мы такая большая семья, как бы. Если бы не забанили на матинге, возможно, я бы не пошел на ГТРП. Хотя давно хотел пойти, реально. Очень давно хотел пойти. Но, блин. В итоге, видите, я пошел, когда меня забанили. Потому что, ну, уже выбора у меня нету. На родине я и так играю, а хотелось какой-то новый такой глобальный проект пойти. Радмир мне не нравится, как бы. На Мальск я там уже играл, мне тоже там не особо нравится уже. А вот GTRP мне реально очень нравится. Я посмотрел, ну, смотрел видос, и на протяжении... Сколько Булкин играет здесь? Год, наверное, уже. Ну, полгода, допустим, даже. Не, наверное, год уже играет здесь, да.
И я вот это все время смотрел Булкина и всегда хотел попробовать здесь поиграть. И реально, блин, топовый сервак. Реально мне очень нравится. Конечно, Амазис для меня будет всегда на первом месте, но все равно. Возможно, я поменяю свое мнение, когда поиграю здесь хотя бы месяц на этом проекте. Но все же. Давайте я сейчас последнее отнесу, 3000 мы заработали. И будет заебись просто. Просто будет замечательно. Надо бы потом еще на автобусе попробовать поездить. Я думаю, это тоже будет круто. И вам это понравится. Но это уже на стримах можно будет постримить. В принципе. Давайте уже отнесем, заберем наши деньги заработанные. Alien Cross. Мне мой скин так прикалывает именно вот этого рыжика. Прям вообще топчик. Просто топчик. Берем нашу шаху. В принципе, и едем дальше. Нереально, блин, ну, нелегко. И не трудно или нелегко, я вам скажу, пацаны, здесь работать. Такой себе среднячок. Среднячок. Давайте так сделаем. Все, поехали. В Южный. У меня там квартирка находится. Ну, сколько я работал? Где-то минут, наверное, 15, да? И заработал 3000. На маршрутках, как я знаю, за рейс дается 3000. Можно будет, в принципе, попробовать поездить на маршрутках. Надеюсь, там нормально тоже платят. Ну, 3000 я слышал за рейс, но я не знаю, какое там расстояние у рейса одного. Поэтому ничего вам сказать не могу. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Заходите обязательно играть. Не забывайте увидеть мой ник при регистрации. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.